Сегодня Дума Нижнего Новгорода определилась со своим председателем. Им стал Дмитрий Барыкин, генеральный директор завода «Красный якорь». Голосование проходило в открытом режиме, больше кандидатур на данный пост выдвинуто не было. За назначение Барыкина проголосовали 40 депутатов, один против, один воздержался. Кроме того, депутаты избрали сразу 4 заместителей председателя Гордумы – Елизавету Солонченко, Дмитрия Краснова, Николая Сатаева и Александра Разумовского. Это тот состав, который избрала Дума, избрала практически единогласно. Это хорошие показатели. И вообще думать о том, насколько будет эффективно, это неправильно. Надо просто быть эффективными. Работа на «Красном якоре» не помешает, так как работа там отлажена, все идет. И программы, которые сделаны на заводе, они не требуют моего непосредственного участия, я только выполняю небольшие контролирующие функции, которые совершенно не мешают мне вот уже на протяжении практически полутора лет являться председателем комиссии, совмещать. Ну, я больше 50% времени практически проводил сейчас на работе в городской думе, но это время теперь еще больше просто увеличится. Я считаю, что любой человек, который идет на такую должность, искренне понимает ту ответственность, которую он себя берет. У нас огромный город, и когда человек является еще руководителем большого предприятия и при этом еще выполняет серьезную общественную нагрузку, потому что Дмитрий Изотович не будет получать ни рубля из бюджета Нижнего Новгорода, то он прекрасно понимает ответственность. Ну, то есть это серьезный очень шаг, это очень серьезный вызов, но я думаю, что мы с вами в ближайшее время сумеем оценить его работу на посту уже председателя городской думы. Но я уверен, что по-настоящему это будет один из самых сильных председателей городской думы.